очень приятно видеть вас, потому что вы прошли уже предварительный отбор, посвятили много сил ваши замечательные проекты, вас уже это ваши первые шаги в вашей профессиональной деятельности. В этом году конференция была посвящена 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Работали 3 секции. На суд жюри ребята и их руководители предложили 14 проектов и 7 видеофильмов. Мы узнали то, что Россия совсем скоро будет осваивать Луну. А для Луны нужны особые костюмы. Прототип новой лунной модели будет более подвижный. Новый слой будет защищать от лунной радиации и пыли. На секции проектной работы, среди прочего, показали возможности 3D-ручки и программы визуального программирования Scratch, а также предложили варианты вторичного использования вещей. Секция «Медиапроекты» запомнилась видеороликами, над которыми их авторы работали в течение всего учебного года. Ребята затронули вечные темы – любви и ненависти, вдохновения и разочарования, малодушия и решительности. С ребятами мы сначала обсуждали основы классической драматургии, основы написания сценария. И сегодня наши зрители, жюри и гости смогли убедиться, что действительно проделана огромная работа, и результат мне очень понравился. Жюри определило лучших по секциям в каждой возрастной группе. Конференция традиционно проходит весной в рамках проекта «Мир технических открытий». На конференцию приглашают не только участников самого проекта, но и всех школьников, проявляющих интерес к техническому творчеству. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.